Сердце ветеранов. В Саратовской области стартовал глобальный медосмотр для пожилых. Кардиологи решили сосредоточиться на редкой возрастной группе – после 80 лет. Как собираются улучшить качество жизни прабабушек и прадедушек, смотрите в нашем следующем сюжете. В год 70-летия Великой Победы здоровье участников Великой Отечественной войны – дело государственной важности. Областной кардиохирургический центр запускает акцию «Сердце ветерана». К 9 мая обследуют всех фронтовиков и тружеников тыла, живущих в районах области. Но этим не ограничится. Врачи задались целью в течение года проверить дела сердечные всех, кому 80 лет и выше. Мы выбрали вот этот один узкий сегмент, узкий аспект. Это выявление брадиоаритмии, выявление пациентов, которым необходима установка электрокардиостимуляторов. Брадиоаритмия – редкая частота пульса, как раз заболевание людей преклонного возраста. У некоторых сердце бьется 16 ударов в минуту. Они часто падают в обморок прямо на улице. С похожими симптомами поступила в кардиоцентр и 87-летняя Глафира Максимовна из Маркса. И слабость, вот такая слабость какая-то, вот поэтому дома ничего не делаю. Руки, ноги трусятся. Лежу, ну что-то там выпью, вроде немножко пройдет, но встану, поим. Глафира Максимовна – труженик тыла. В войну работала на заводе «Коммунист» в Марксе. К врачам она ходит редко, а таблетки пьет те, что в аптеке посоветуют. Для этого контингента случай типичный, вздыхают врачи. В большей степени это люди бывают одинокие. Они уже не совсем адекватно воспринимают рекомендации. Они принимают лекарственные препараты, и какой-то определенный процент развития этих брадиоаритмий связан с неправильным приемом лекарственных препаратов. Больным с редким пульсом имплантируют кардиостимулятор. Такое устройство стимулирует сердце биться с нормальной частотой. Самый простенький аппарат стоит больше 50 тысяч рублей. Но в рамках акции «Сердце ветерана» высокотехнологичная помощь будет оказана бесплатно. Операция длится около часа под местным наркотиком. Наркозом. Ее нормально перенес даже пациент в 98 лет. Спустя несколько лет после операции в возрасте 101 год он приезжал на проверку этого устройства и совершенно обслуживал себя и жил, и радовался жизни. Сейчас в регионе проживают около 60 тысяч граждан, разменявших девятый десяток. Большой медосмотр для стариков в Саратовской области будет идти весь год. Уже есть первые результаты. Из 72 обследованных у 25 обнаружили проблемы с сердцем. 16 кардиостимулятор уже имплантировали. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.